И было ли такое, что ты встретилась с теми, с кем ты уже боролась в прошлом году? Ну, сложнее было бороться, конечно, в прошлом году, потому что я там выступала не старшим годом, как в этом году, а промежуточным. То есть там было 3-й, 4-й, 5-й, а здесь с 4-го по 6-й. И девочки в прошлом году были поопытнее, и их было побольше на 10 человек. А в этом году не так много народу было, и, по-моему, на встречах я не встречалась с теми, с кем боролась на прошлом первенстве. Но сложнее точно было в прошлом году. В этом году было чуть-чуть увереннее выступать, потому что я уже знала, что я могу. Ну и в завершении нашей беседы я напомню, что мы находимся в клубе единоборств «Содружество», город Пушкино. И сегодня мы беседуем с Екатериной Ашулюк, победительницей первенства России в категории свыше 70 килограмм до 18 лет. И руководитель клуба Алексей Орлов, Анастасия Викторовна, тренер, и Артем Алексеевич, два тренера, которые готовят и тренируют Екатерину к уже имеющимся и будущим победам. И в завершении нашего разговора, Екатерина, тебе слово. Скажи, пожалуйста, что ты можешь передать, какие пожелания ты можешь передать своим соперницам? Не было так легко, да? Да, чтобы я смогла подготовиться тоже к международным стартам, и чтобы не было, правда, да, так легко. А вообще твои соперницы, ты считаешь их твоими, ну, такими хорошими приятельницами? Мне татами, да. А на ковре мы соперники. То есть как мы вышли с татами, то мы можем быть очень хорошими подругами. Так что, подруги Екатерины, не тормозите в плане подготовки, готовьтесь, это стимулирует Екатерину к дальнейшим достижениям. А я со своей стороны пожелаю всему клубу и всем тренерам клуба «Содружество» Алексею Борисовичу дальнейших успехов. И я надеюсь, мы еще не раз увидимся и встретимся. И я надеюсь, по еще более значительному спортивному результату. Спасибо всем. До новых встреч. До свидания. Все. Конец фильма.